Евгений Онегин. Глава первая, часть первая. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, кобыли так с утра заправил, что дворник вытащить не мог. Его пример другим наука, коль есть меж ног такая штука, не тычь ее кобыле взад, как дядя, сам не будешь рад. С утра, как дядя Зорьке вправил, и тут инфаркт его хватил, он состояние составил, всего лишь четверть прокутил, и сей пример другим наука, что жизнь, не жизнь, сплошная мука, всю жизнь работаешь, копишь, и не доешь, и не доспишь, уж, кажется, достиг всего ты. Пора оставить все заботы, жить в удовольствии начать, и прибалдеть, и приторчать, а нет. Готовит снова рок, последний жесткий свой урок. И так пиздец приходит дяде, навек прощайте водка, бляди, и в мысли мрачный погружен, лежит на смертном одре он. А в этот столь печальный час в деревню вихрем к дяде мчас, ртом жадным горлышку приник наследник всех его сберкниг, племянник. Звать его Евгений, он, не имея сбережений, в какой-то должности служил и милостями дяди жил. Евгения почтенный папа каким-то важным чином был, хоть осторожно, в меру хапал и много тратить не любил, но все-таки как-то раз увлекся, всплыло, что было и что нет, как говорится, папа спекся и загудел на 10 лет. А будучи в годах преклонных, не вынеся волнений он их, в одну неделю захерел, пошел посрать и околел. Мамаша долго не страдала, такой уж женщины народ. Я не стара еще, сказала, я жить хочу, ебись все в рот. И с тем дала от сына ходу, уж он один живет 2 года. Евгений был практичен с детства. Свое мизерное наследство не тратил он по пустякам. Пятак слагая к пятакам, он был великий эконом. То есть умел судить о том, зачем все пьют и там, и тут, хоть цены все у нас растут. Любил он тулиться, и в этом не знал ни меры, ни числа. Друзья к нему взывали, где там, а член имел, как у осла. Бывало, на балу, танцуя, в смущении должен был бежать. Его трико, давление хуя, не в силах было удержать. И ладно б, если все сходило без шума, драки, без беды, а то ведь получал мудила за баб не раз уже пизды. Да только все без проку было, лишь оклемается едва, и ну, пихать свой мотовило всем, будь то девка или вдова. Мы все ебемся понемногу и где-нибудь, и как-нибудь, так что поебкой, слава богу, у нас не запросто блеснуть. Но поберечь не вредно семя. Член к нам одним концом прирос, тем паче, что в любое время так на него повышен спрос. Но ша, я, кажется, взорвался, прощение у вас прошу, и к дяде, что один остался, явиться с вами поспешу. Ах, опоздали мы немного, старик уже в базе почил. Так мир ему, и слава богу, что завещание настрочил. Вот и наследник мчится лихо, как за блондинкой у грузин. Давайте же мы выйдем тихо, пускай останется один. Ну, а пока у нас есть время, поговорим на злобу дня. Так что я там пиздил про семя? Забыл. Но это все хуйня. Не в этом зла и бед причина. От баб страдаем мы, мужчины. Что в бабах прок? Одна пизда, да и пизда не без вреда. И так не только на Руси, в любой стране о том спроси, где бабы скажут, быть беде. Шершель афам, ищи в пизде. От бабы ругань, пьянка, драка, но лишь ее поставишь раком, концом ее перекрестишь, и все забудешь, все простишь, да только член прижмешь к ноге, и то уже тульмонт эге. А ежели еще минет, а ежели еще, но нет.
черед и этому придет, а нас теперь Евгений ждет. Но тут насмешливый читатель, возможно, мне вопрос задаст. Ты с бабой сам лежал в кровати? Или, может быть, ты педераст? Или, может быть, в бабах не везло, коль говоришь, что в них все зло? И о, без гнева и без страха пошлю интеллигентно нахуй, коль он умен меня поймет. А коли глуп, так пусть идет. Я сам люблю, к чему скрывать, с хорошей бабою кровать. Но баба бабой остается, пускай как бог она явется. Часть первая, глава вторая. Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Он в тот же день без рассуждений в кусты крестьянку поволок. И, преуспев там в деле скором, спокойно вылез из куста, обвел свое именье взором, поссал и молвил: «Красота!» Один среди своих владений, чтоб время с пользой проводить, решил в то время наш Евгений такой порядок учредить. Велел он бабам всем собраться, пересчитал их лично сам, чтоб было легче разобраться, переписал их по часам. Бывало, он еще в постели, с просонок чешет два яйца, а под окном уж баба в теле ждет с нетерпением у крыльца. В обед еще и в ужин тоже. Да кто ж такое стерпит, боже? А наш герой, хоть и ослаб, ебет и днем, и ночью баб. В соседстве с ним и в ту же пору другой помещик проживал, но тот такого бабам пору, как наш приятель, не давал. Звался сосед Владимир Ленский. Столичный был, не деревенский, красавец в полном цвете лет, но тоже свой имел привет. Похуже баб, похуже водки. Не дай нам Бог такой находки, какую сей лихой орел в блатной Москве себе обрел. Он, избежав разврата света, затянут был в разврат иной. Его душа была согрета наркотика струей шальной. Ширялся Вова понемногу, но парнем славным был, ей-богу, и на природы тихий лон явился очень кстати он. Ведь наш Онегин в эту пору от ебли частый изнемог, лежал один, задернув штору, и уж смотреть на баб не мог. Привычки с детства не имея, без дел подолгу пребывать, нашел другую он затею и начал крепко выпивать. Что ж, выпить в меру худо нету, но наш герой был пьян до света, из пистолета в туз лупил и как верблюд в пустыне пил. О, вина, вина, вы давно ли служили идолам и мне? Я пил подряд нектар, говно ли, и думал, истина в вине. Ее там не нашел покуда, и сколько не пил, все вообще. Но пусть не прячется паскуда, найду, коль есть она вообще. Онегин с Ленским стали други. В часы свирепой зимней вьюги подолгу у огня сидят, ликеры пьют, за жизнь пиздят. Но тут Онегин замечает, что Ленский как-то отвечает на все вопросы не в попад, и уж скорее смотаться рад, и пьет уже едва-едва. Послушаем-ка их слова. «Куда, Владимир, ты уходишь?» «О да, Евгений, мне пора». «Постой, с кем время ты проводишь?» «Хм, скажи, ужель нашлась дыра?» «Ты угадал, но только...» «Ну, шаровые! Ну, народ! Как звать чуиху эту? Олька? Что, не дает?» «Как не дает? Ты знать неверно, братец, просишь. Постой, ведь ты же меня не бросишь на целый вечер одного?» «Не ссы, добьемте своего. Скажи, там есть еще одна? Родная Ольгина сестра? Связи меня. Ты шутишь?» «Нету. Ты будешь тулить ту, я эту. Так что ж мне можно собираться?» И вот друзья уж рядом мчатся. Но в этот день мои друзья не получили нихуя, за исключением угощения. И рано испросив прощения, летят домой дорогой краткой. Мы их послушаем.
украдкой. Ну что, Уларинг? Хуйня. Напрасно поднял ты меня. Ебать там никого не стану. Тебе ж советую Татьяну. А что так? Милый друг мой Вова, баб, понимаешь, ты хуёва. Когда-то в прежние года и я драл всех, была б пизда. С годами гаснет жар в крови, теперь ебу лишь по любви. Владимир сухо отвечал, а после во весь путь молчал. Домой приехал, принял дозу, ширнулся, сел и загрустил. Одной рукой стихи строчил, другой куй яростно дрочил. Меж тем двух ёбарей явление у Лариных произвело на баб такое впечатление, что у сестер пизду свело. Итак, она звалась Татьяна. Грудь, ноги, жопа, без изъяна. Этих ног счастливый плен мужской еще не ведал член. А думаете, не хотела она попробовать конца? Хотела так, что аж потела, изменялась с лица. Но все же, несмотря на это, благовоспитанна была, романы про любовь читала, искала их, во сне спускала и целку строго берегла. Не спится Тане, враг не дремлет, любовный жар ее объемлет. Ах, няня, няня, не могу я, открой окно. Зажги свечу. Ты что, дитя? Хочу я хуя, Онегина скорей хочу. Татьяна утром рано встала, пизду облавку почесала и села у окошка сечь, как Бобик жучку будет влечь. А Бобик жучку шпарит раком. Чего бояться им, собакам? Лишь ветерок в листве шуршит. А то, гляди, и он спешит. И думает в волненье Таня, как это Бобик не устанет работать в этих скоростях. Так нам приходится в гостях или на лестничной площадке кого-то тулить без оглядки. Вот Бобик кончил, шучки слез и вместе с ней умчался в лес. Татьяна ж у окна одна, осталась горьких дум полна. А что ж Онегин? С похмелюги и рассолу выпил целый жбан. Нет средства лучше, верно, други, и курит топтанный долбан. О, долбаны, бычки, окурки, порой вы слаще сигарет. Мы же не ценим вас, придурки, или ценим вас, когда вас нет. Во рту говно, курить охота, а денег только пятачок. И вдруг в углу находит кто-то полураздавленный бычок. И крики радости по праву из глоток страждущих слышны. Я честь пою, пою вам славу, бычки, окурки, долбаны. Часть вторая. Избранные места из глав. Еще кувшин рассолу просит, и вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал, конец в штанах мгновенно встал. Себя недолго Женя мучила раздумьем тягостным, и вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. В мечтах Татьяну он представил, и так, и сяк ее поставил, решил, сегодня в вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел, как миг единый, и вот Онегин уж идет, как и условлено, в старинный парк. Татьяна ждет. Минуты две они молчали, подумал Женя, ну, держись. Он молвил ей, вы мне писали, и гаркнул вдруг, а ну, ложись.
орех, могучий и суровый, стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шуршании платьев белоснежных и после стонов неизбежных свою невинность пролила. Ну, а невинность эта, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, надо разгрызть, чтоб съесть орех. Но здесь вы меня, вы извините, их грыз, поверьте, сколько мог. Теперь увольте и простите, я целок больше не ломок. Ну вот, пока мы здесь пиздили, Онегин Таню отдолбал, и нам придется вместе с ними скорее поспешить на бал. О, бал давно уже в разгаре. В гостиной жмутся пара к паре, и член мужчин все напряжен на баб всех, кроме личных жен, да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, над скатертью зеленой сика, а за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстро и снуют, в бильярдной так уже блюют. Там хлопают бутылок пробки. Татьяна же после поебки наверх тихонько поднялась, закрыла двери и улеглась. «Сортир!» — бежит Евгений сходу. Имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно б перенять. Затем к столу Евгений мчится, и надобно ж беде случиться, Владимир с Ольгой за столом, и член, естественно, колом. Он к ним идет походкой чинной, целует руку ей легко. «Здорово, Вова, друг старинный, je vous en prie, бокал Клико!» Бутылочку Клико сначала, потом зубровку, хванчкару, и через час уже качала друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин, плюнув вверх икрой, назвал Владимира разъебой, а Ольгу саною дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу. Ну, брошь свою на супе, строго спросил Евгений. Поеблу. Хозяину, что бегал рядом, сказал, а ты поди посы. Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет. Толпы простыл мгновенно след. А он, красив, могуч и смел, ее меж рюмок отымел. Затем зеркал побил немножко, прожег сигарою диван, из дома вышел, крикнул «Прошка!» и уж сквозь храп «Домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленской не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. Онегин, сука, блять, зараза! Разъеба, пидор и говно. Лишь солнце выйдет драться сразу. Дуэль до смерти решено. За лупой красной солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, раскрыл ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит.
слуга к нему вбегает, рубашку, галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь, входит секундант. Не стану приводить слова, не дав ему пизды едва, сказал Онегин, что придет, у мельницы пусть сука ждет. Поляна белым снегом крыта. Да, здесь все будет шито-крыто. «Мой секундант», — сказал Евгений. «Вот он, мой друг, мсье Шартрез. И вот друзья без рассуждений становятся между берез. Мириться? Нахуй эти штуки! Ногами взять прошу я в руки!» Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку и не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло, пидорас. Евгения Минжа хватило. Мелькнула мысль: убьет мудила. Ну подожди, дружок, дай срок. И первым свой нажал курок. Упал Владимир. Взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез. И после паузы минутной «Пиздец», — сказал мсье Шартрез. Усердно.